В селе Куликоли Акжарского района распахнул двери новый детский сад «Балапан». На торжественное открытие объекта собрались сельчане, для которых это значимое событие. Развитие инфраструктуры будет способствовать улучшению качества жизни на селе. Детский сад рассчитан на 90 мест. Построили дошкольное учреждение по программе «Дорожная карта занятости 2020». Возводили объект строители ТОО «Колорит Север». Стоимость проекта превысила 130 миллионов тенге. Открытие нового объекта позволило решить вопрос нехватки детских садиков в Акжарском районе. Сегодня здесь действуют 4 дошкольных учреждения, где воспитываются порядка 400 детей в возрасте от года до 6 лет.